В Барнауле строят сразу 6 детских садов. Об этом накануне сообщил журналистам глава города Сергей Дугин. Сдадут их уже в конце года. Таким образом, 1500 малышей дождутся своей очереди. Такие объемы строительства градоначальник назвал беспрецедентными. 5 детских садов строят по федеральной программе, еще один совместно с администрацией края. Учреждение, сообщает официальный сайт Барнаула, появится в кварталах 2006, 2009, 2011, на Папанинцев 119 и в селе Власиха. Так, в городе выполняют указ президента по обеспечению детей до 3 лет местами в дошкольных учреждениях. Но очередь в ясли сохранится даже после их сдачи. К слову, сейчас момента, когда они смогут пойти в детсад, ждут около 6000 малышей.